Да, так если она хако с джунши друг, тогда я хако. Джунши друг. Мы камбу, на ямбу. А, ампу? Мы, да. Мы ги набрахима, на ямбу, на ямбу, на ямбу, люди на ямбу, на ямбу, джунши друг. Вот, ну, на прошлой лекции мы вскользь упоминали о сознании, базирующемся на органах чувств, то есть на... в формных органах чувств, то есть на сознании глаза, уха, носа и так далее. Вот. И я хотела бы еще сказать по этому поводу. Я генда. На ранге тумо мои бит дагче. То есть там хиба мучен дагче, тема тагче селагрила. Хиба ёл че че вала. Не мучен дагче, тема тагче чин гурила. А ты на нене ранге тумо мои бит дагче. Вот, и в характеристике вот подобного сознания говорится о том, что оно, ну вот одна из частей этой характеристики, это то, что такой вид сознания опирается на индрию, на индрии, формные индрии, то есть на то, что на органы чувств, которые являются материальными. Ну, фактически это органы глаза, языка, слуха и так далее. Вот. Угу. Так, это первая его особенность. Зон зимби ангони, зон зимби анго, дан зимби анго, трен зимби анго, рон зимби анго, рижан зимби анго, анго. Вот. И эти органы чувств, как мы знаем, делятся на пять. То есть органы, воспринимающие форму, воспринимающие звук, запах, вкус и осязаемые. Вот. И шестое – это то, что опирается на ум. Геннадий, лепа лаура, лепа ре. Иди вам полам, лепа ше. Шиба рангрова, шиба ема. Вот. Амбо, ембай цена, амбо ререва. Амбо зукчин бал тенгрова, зукчин бал тенгрова. Ейте амбо тенг, шиба коранцена, зукчин тенса ямарова. Вот. И я переспросила, то, что вот это шестое сознание, которое опирается на так называемый, на индрию ума, это не индрия ума, в отличие от других индрий, которые материальные, то есть ну, из грубой материи, а не сознание. Это не мозг, это сознание тоже. Это тоже сознание. Так, да, точнее, да, когда я говорю, джухи друг ты так андроцаре, да? Когда ты ну не смотрю на не, куда у нас я тебя тут родим балаб. Вот. И вот мы об этом говорили в прошлый раз, и говорили мы о вездесущих или постоянно сопровождающих факторах, ментальных факторах пяти. Угу. Первыми из 51 ментального фактора, первой группе. Угу. Которые у нас были ощущения, распознавание, волевой импульс, контакт и внимание. Угу. Кунунга карьяемба, катанга кунунга яемба, чоти яцерва. Кази кунунга ти яунди не карико ти кани тамбо не тюндан давоти карири сенда кун кокоджу давоти. Не соа сиати, не соа дева дунга. Маран су жуле не читан, мазуда не ме зун давоти таунди. Ио ёйти уанле тона, не чи дева дечя. Ёйти умоле дечи ме та кази ти чим тона, не карико кунручя. Ini cik paman tu na, kan cinta lama tinjau. Tiada cara kecik urusan, cinta cawa sehati. Kuno ngan cawa mina, kuno na ngan sunti cik megtong adun. Ini cik, yaitu mah paman tu adun. Ini terletih bi cawa dewa dunga paman nyontih, cawa tikcia insan ni, ini
цуацигрилат. Вот, и первый из них — это ощущение, это ментальный фактор переживания или ощущение приятного, неприятного, объекта как приятного, неприятного или нейтрального, что влечет за собой соответственные далее остальные ментальные факторы, то есть если мы видим что-то приятное или, ну, если мы воспринимаем что-то приятное, то это ведет к привязанности к этому объекту, неприятное ведет к раздражению или гневу, и нейтральное, ну, ни к чему не идет, вот, к нейтральному такому чувству. Вот, и вот это ощущение, и говорится, что оно сопутствует всем видом основного ума. Тэси. Угу. Ну, цуа сяде тэнэри. Дюхи сяде, цуа дюхи сячэро. Дюхи сяде, мазунды мэнтонды, нэндэрэнды мари, тамбунды ламсан, нэнгазу чаха куая жидуа. Тамбунды, нэндэрэнды мари, ламсан тонгэнды, ха куая дэ, дюхи кичибарэ. А следующее распознавание – это уже распознавание частностей объекта, восприятие частностей. То есть уже ближе к наименованию объекта. Вот. То есть мы, если мы видим какого-то человека, мы, вот распознавание, оно узнает, кто это. Ну, что это за человек, знакомый, например, или незнакомый? Ну вот развлечение – это такой ментальный фактор, воспринимающий частности объекта. В основном он тоже различает, делает различие между тем, что нам подходит, приятно, вот, и тем, что неприятно, или тем, к чему мы безразличны. Вот, и выходит так, что вот этот главный ум, шесть которые видов тоже имеет, он не принимает участие во взаимодействии с объектами, а этим занимаются окружающие его окружение, сопровождение из ментальных факторов. Вот. И если бы не было вот этих вот ментальных факторов, вот этих везде ему сопутствующих пяти ментальных факторов, то само главное сознание, оно бы не могло ничего не чувствовать, никак не воспринимать эти объекты. Так, так он синий, вот он, да, он отсутствует синий, конечно. Ну, это вот такой краткая характеристика вот этих распознаваний чувств. Характеристика ощущения — это района. Рантоп тинью. Нью инсезу. Ентоп мадда, ентоп. Коран такой, ончан работа, коран чатан, ена рантоп тинью. Сам ощущающий собственный объект сам по себе.
То есть это ментальный фактор, который не требует других видов сознания в помощнике, чтобы устремиться к объекту и вот это ощущение испытать. Это и есть это ощущение. То есть от одного соприкосновения с объектом оно переживается. Да, не тыси. Тогда ты цени димбанд. Ну, цовала, я вам давайте на дева дуга танем сухирила. Если сказать о его, на что подразделяется вот это вот ощущение, это может быть приятное, неприятное и нейтральное. Тыси, не карко цовала. Ничего, дедук танем сумси, не лучше мекин дуди. Та кандид тыси. Тогда мы будем говорить, они цвали ищем квалитетами цвата, ищем квалитетами цва не юрил. Вот и также каждый из этих можно разделить на ощущения, переживаемые на основе тела, то есть на основе вот этих формных органов, и на основе ощущения, переживаемые на основе ума, ментальные. Анхи кое-что творить, мы сидим, а раньше катун тонули, они те, какие-то, да, какие-то ехали, а мы же катун тонули, они дедунюнды, нюнды эти тогда, не анхи что, анхи че, они а раньше да, это дед, они те, ён тонули, мы салон тонули, они те, кунду да, они те, то они нюнды эти, их что, а ты не научила. Вот, ну, нам знакомы это вот эти вещи, мы можем как бы разделить свои ощущения на телесные и на ментальные ощущения. То есть если мы взаимодействуем с объектом с помощью пяти органов чувств, то это рождает, это называется телесное ощущение, приятное, неприятное или нейтральное. И если мы, например, там закроем глаза и не слышим ничего, в принципе, ничего извне не приходит, то мы можем как бы уловить свои внутренние ощущения. Ощущения тоже приятные, неприятные, нейтральные. Это ментальное ощущение. Индекса. Так они цуатин два ела. Цуати. Цуатин два си. Они цуан дыши два. Дыши лайны раю рантоп цеман зимби. Так они ганзи танда тихи имба. Раю рантоп цеман зимби. Они семжунтеле. Они дыши сыграли. Вот, вот опять распознавание, следующее распознавание – это такой ментальный фактор, который сам по себе, то есть своей собственной силой, он воспринимает признаки и различия частности объекта. Дышите так, Александр. Я знаю, что регион, где там дышите, а где там конляяте. Дерри Марисан, кандидат Чиньондияджи, Марансутен, Йойчиньон, Мететете Марин, Чиньхамбода, Кабо, Карен, Чиньтонду, Тонду, Имбада, Имбама, Имбама, Хакояди, Дишишива, Инсусани, Ватечарила. То есть он различает такие частности, как тоже наличие отсутствия объекта, его цвет и так далее. То есть на основании этих частностей он это в итоге различает, это сознание различает объект. То есть, обращая внимание на частности, оно как бы воспринимает, что же это, оно именует его. И распознавание делится на два вида. Это распознавание признаков, к этому относятся все распознавания на базе органов чувств, и тонкое распознавание
распознавание тонкости или тонкое распознавание – это ментальное распознавание объекта. Вот. И, соответственно, вот этого распознавания, которое воспринимает признаки, его будет 5, столько же, сколько и органов чувств. То есть, если взять орган зрения, то это распознавание, возникающее из контакта, из контакта, относящегося к совокупности глаза. То есть совокупность – это собрание сознания, объекта и вот контакта. Вот. И, соответственно, то, что воспринимающие тонкости, это то, что базируется на ментальном сознании. Ага. И, значит, следующее, третье. Третье – это, так по-русски переводится, как волевой импульс. Вот. Это с небольшим разницей тоже, что и карма. Но у него своя характеристика. Оно, присутствуя, сопровождая вот этот основной ум, оно движет все сопутствующие ему остальные ментальные факторы, движет к объекту их, вот, к какому-либо из объектов. Само по себе, то есть собственной силой оно движется. Вот это и есть карма, она как бы... Сэмпа. Сэмпа. Сэм, есть же ум. Вот, а это сэмпа. Вот, то есть так вот получается. Думать в будущем времени. То есть это, ну, и скажем, можно на санскрит как-то перевести. Сэмпа, сэмпа. Это вообще можно сказать, что это карма. Почти все будет покрываться вот кармой. То есть там есть еще отпечатки, которые не будут являться сознанием, они будут являться другим этим некомпозитным фактором в карме. Вот. Но сэмпа – это карма. Это волевой импульс. Просто по-русски в чем-то волевом подразумевается что-то сознательное. Вот. Но это просто импульс. Ну, можно сказать, импульс сознания такой. Не произвольный, потому что тянется. Карма как сама она липнет. Куда, что там нас давали в прошлом, туда она и нет. Сэмпа – не корень лосри, да. Сэм корень сосэм часырва. Сэмпа – не корень... То есть, если вы по-тибетски что-то разбираете, надо отличать здесь сэм. Это будет то же самое, что и главный ум. Один из видов вот этого главного ума. А сэмпа – это ментальный фактор, который в окружении этого главного ума там лазит. Ну вот он, это из вездесущих 5 факторов, значит, он все время присутствует со всеми видами главного ума. Вот, и их также можно для удобства делить на, исходя из той вот основы, на которой они возникают, то есть вот этих же формных органов чувств и сознаний, которые присутствуют, взаимодействуют с этими органами чувств, то есть тут 5 сознаний, и это ментальное сознание. Вот, и четвертое – это контакт. Опять же, это звучит как некомпозитный фактор по-русски, но это вот сознание, контакт. То, что связкой занимается всех тех.
И вот, вот это контакт или прикосновение, или контакт, это то, что возникает от соединения объекта, органа чувств и базирующегося там на этом органе чувств сознания. То есть вот эти три собираются. Гилна керангитсанитэн, дедэр. Ее он нам чистом дюни, ее по тон. Вот, юл ён сучо по дюни. Вот и ее ён сучо это ёл по хиба ёл по ничего это все вот. Вот. Контактирующий получается. Хиба да, хиба по ёл по ничего дерва. Направляющий. То есть от собрания, вот, соединения объекта, органа чувств и сознания, при их собрании вот этот вот фактор контакта, он направляет ум на работу с этим объектом. Ну и за ним тянется все остальные эти ментальные факторы. Петя, я на амбок. То есть это такое промежуточное звено между, например, если мы между вот таким. Это очень просто тонкие промежутки времени, это невозможно разделить в своем сознании все вот эти вот факторы. Вот. Они, то есть возникает контакт и взаимодействие с каким-то объектом, и вот этот вот фактор контакта, он этот, продолжает дальнейшее соприкосновение с объектом. Вот. И то же самое здесь, они делятся так же, как и все остальные. Для легкости можно это сделать так. Тоже возникающий контакт, возникающий из соединения объектов, из формы, например, зрительного органа и зрительного сознания. Вот. И из этого возникающий контакт с объектом, который как бы... Да, да, абатери, да. Сэм ранг мгбала, тёбасима. Сэм хиба коранпа юлипа нюкчингинауде, мгбапа тюнгенде, петантар, сэм ранг мгбала. Вот. И последний из этих вездесущих факторов – это внимание. Его характеристика такая. Это фактор, устанавливающий ум на объекте и предотвращающий его отвлечение от объекта. Дыксо. Татила не карко. Сине, я вас канду. Его? Ну, я очень замедляю. Мы посмотрим. Сабани, мы плачем. Вот это котру. Да, да, им басит. Лени. Так, канжи. Лок по еде подам. Яндак по еде предотвращаю. Ну вот это вездесущие факторы, которые сопровождают все виды основного ума. Цанью джу, ниньонью, еньчу, еньчу. Вот,
И это значит... Вот, ну, Гена говорит, снова повторите, что мы вчера говорили. Мы говорили о том, как вот эти ментальные факторы разделяются на группы, подгруппы. Вот эта первая группа была 5 вездесущих факторов. Следующие это... сейчас я их... 5 определяющих факторов, определяющих объект, потом 11 добродетельных видов сознания, потом так, потом 6 главных омрачений или 6 главных клеш, 20 побочных клеш, второстепенных клеш и 4 фактора переменчивых факторов. Тесо. Да, юнги нас я дене карико мазу коден, тогда я не ценим, а я кому коден чихи я лапла. Вот, ну, не говоря о такой строго выверенной характеристике этих вот сознания определяющих объект 5, если сказать просто смысл, ну, так, просто его далеко. Правило. Дюмбачи, мипачи, джамбачи, тынгензи, хирапси. Вот, их 5 – это желание или стремление, вот, вера, памятование или тоже внимательность, ну лучше памятование, это внимательность тоже переводилось. Затем самадхи и пражня, то есть, ну, мудрость, проницательная мудрость. Дисо. Дисо. Думбасе ты калерсена, йоти тюнди ньой, ну йоти к мазачик томдюн давати чик та ганжимеси моя джурва, оди тюнди ньой. Думбасе ты кодюн калерсена. Вот, желание или стремление – это такой фактор, который при наблюдении или восприятии какого-либо объекта, он устремляется к нему. То есть он, видя объект желанный, испытывает к нему стремление или какое-то желание с ним дальше взаимодействовать. Вот, но доверие также это вера и уважение по отношению к объекту. Течечи. Не тембасе ади, маранцу чиг бутаб, чиг рэгья, коя, меджиба джиндуа, ватэль тембасе гарэлла. Вот, памятование – это не забывание об объекте. Течечи. Ани, йо. Тыниди. Йо патоя. Али тынгэнси тэрэ. Та чиг нацун дэрэ, санло не йон рэвэчэр, санло тана, Kanji cici penting ini sangat tu cik madop di temari. Ini cik tua saja ini yul ini biar tuan di kalangan sem tua saja ni aja. Walaupun ini penting juga. Samadhi это фактор, который не то чтобы не забывает объект, но продолжительно устанавливает ум на объекте. То есть ум установленный на объекте продолжительно. Вот еще. Они хирап. Ее пат. Да, Kanji ее то. Yo kanji de dende mai de teresa, mana solo yang tak baca itu yo toya de ni hirap segera. Проницательная мудрость, пражня, шарап, вот одно слово. И это ментальный фактор, который различает особенности объекта в
в аспекте их, со стороны их достоинств и недостатков. То есть он различает достоинства и недостатки, и что принять, что отвергнуть, и так далее. Это различающая мудрость такая, скажем. Тан лимитини яген далар, лимитини акусо. Тан сини канди жирисена ганзу да канди, танде тингун чи хиаде котче тос кодюн лабда котче чи. Ан лимитини ден чёрти чёрюе. Юрий. Ан чене тиланда. Самбингу бола, ан самбингу бон дёба, лимитини яде, дёба ва самбингу боле мини тёнду ниве, намбачи. Цунру читен чи би чепар сумден чи сэмжон тэйм биселар. Цунру итен чи. Канди. Але. Вот, и, ну, это так вкратце. Вот, теперь обратно возвращаемся вот к этому первому из этой группы. Это желание или стремление. Оно характеризуется тем, что, видя вот, мысли о своем объекте, оно... хочет, как бы, оно стремится взаимодействовать с ним дальше и опирается на усердие. То есть здесь присутствует усердие еще. Дыксо. Дыксо. Да, да, да. 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 Да, Вот, и его можно разделить на три. И первое – это желание, стремление встретиться с этим объектом, то есть вот, начать контакт с этим объектом. Второе – это желание или стремление не разлучаться с этим объектом. Донир цанги дунба карлавра. 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 Дидан кива юрва. Чепа дуби. Донир цанги Yo mamba the tandar kanya samaba. Pama chiganzu chitochi. Chiguti chigut sama jimruva. Вот. И третий — это просто желание, желание вот этого взаимодействия с объектом. Оно отличается вот от первых двух тем, что оно здесь нету разницы во времени. То есть первое — это желание контакта, встречи, второе — это нежелание разлучения, а третье — это просто такое ровное желание вот этого взаимодействия. Дисо. Да, дерва, карего тене, дюмба, мипа, каре. Дене, ре, мы паре. Мипа, дюмба. Да, да, дюмба. Гена, дисо, нака, юмне, нга, он сот сама гива джаурва. Гива джаурва, маре. Юмнинга, читан, ё токба сирима, ге мэги чакмар дама. Ё коран, ё хаквая джаурва. Это мы говорим гуя марить чини, говорим бичая марить, но тель, когда я то, это мы то, чиг ситуация, та же сэм коранги, когда каранс каза джужуле, не дымба сиаде, юмори миба юмори, темба юмори, тингензе кага говорим гуя марить, каче. Вот, ну вот эти все факторы определяющие или факторы убежденности в объекте, они не, хоть оно и называется там, например, вера или и так далее, такие все хорошие штуки, как самадхи и мудрость, вот, они не, здесь не имеется в виду какой-то практики добродетели и чего-то еще. Это все может, как бы, это работает со всеми объектами. Вот. И, значит, второе у нас вера. Адхимокша. Да, мы бы цени крекарец, на цени редакко кодин рабы. Ни симби йола мини, те конечно тати дунзими намба. Ни симби йо, что суха квасая джурва. Вот или они мини, они те конарисы, мини саму джурва, они тери канди тери. Ну вот вера — это такая штука.
при убеждении в том, что вот этот объект, он таков, то есть вот он, понимание этого объекта, определенности уже в этом, и это такое, это полная убежденность, что вот это есть то, что я думаю, вот это вот. Вот это вера, такая вера. Вот, то есть убежденность в свойствах, в определенность в объекте полная. Угу. Угу. И то, что это является этим не, и не является тем-то, тем-то, тем-то. Да, тембит цени, это тембит цени, карьерзена. Но риби ёлэ мэнэ мэджиба. Та канжи мазучи хако дэджиёрва. Вот, далее это памятование или внимательность смерти. Вот, это фактор, который не позволяет уму забывать то, знакомый объект. То есть то, что, с чем мы уже взаимодействовали ранее и познакомились, вот это памятование не... благодаря памятованию он... как бы остается нам знакомым, и мы в следующий раз уже заново с ним не знакомимся. Четвертое – это самадхи. Это ум. Так под юл так так. Ее потаса. Вот это фактор, который однонаправленно пребывает на исследованием на исследуемом объекте. Лицо. Вот это. Не хиреб цени это. Так бы мы были мы не лангдорн жиби намбачи. А вот а мудрость следующая – это то, что при вот таком однонаправленном однонаправленной концентрации на объекте, оно различает, что отвергнуть, что принять, различает достоинства и недостатки объекта. То есть вот это такая различающая мудрость, которая с помощью которой мы понимаем как бы суть этого объекта, то есть он к чему ведет это взаимодействие. То есть вот эта мудрость, она нам с помощью нее мы распознаем вот эти особенности объекта в том ключе, что он служит на благо или во зло. Вот. И есть, значит, будет она делиться на... Рикпа.
И вот эта мудрость, она исследует объекты с точки с четырех как бы сторон можно. То есть с, например, с точки зрения того, что из чего исходит, то есть, например, вот из этого, из этой причины, эта причина даст такой-то результат, опираясь на это, мы получим это и так далее. Джаваджи перепа. Да, что-то нравится, чаще переберем тире. Мег, ну, когда та месик сядешь, мег, ну, когда что чала сик то анжирова, он тебе не чаще перепа. Вот и следующее это. Понимание действия какого-либо действия, то есть, например, того, что если засунуть руку в огонь, то Это основывается на том, какое действие может совершать этот феномен. Например, там огонь жжет, что там еще у нас? Ветер дует, волны появляются. Вот. Дальше понимание, потом следующее это понимание или вот этот анализ, опирающийся на приведение довода. То есть, ну, это чисто, как сказать, умозрительно. То есть то, что когда мы приводим какой-то правильный довод и понимаем что-то, что что-то должно быть так-то и так-то. Это словесная вещь. Это понимание природы, это просто понимание того, что, например, вот второе было, это понимание действия, то есть вот огонь может сжечь там бумагу или дерево. А четвертое, это понимание его природы, то есть то, что он горячий. Почему он горячий? Почему вот это он обладает такими свойствами, так уж есть. Вот. Просто мы просто понимание вот этой природы. И вот эти вот четыре вида как бы понимания, они это и есть различающая вот эта вот мудрость, да. Вот. А которая вот такими путями понимает свойства объекта, с которым она взаимодействует. Я татрентайло. Они пахигуяты таи. Ну, ситуация там. Ну, спрашивайте, вопросы задавайте. Доводы непонятны до конца. Доводы? Да, что это имеется в виду? Это имеется в виду, что, говорите, там, звук непостоянен, потому что он производен. Ну, вот мы говорим, и там, и я понимаю, что, о, да, я поняла, доперла. Ой, Денис. А чем отличается от чего? От первого. От первого. Первый у нас что? Карса. Генла ди гоуду. Карса. Карта. Карта. Шерабди ева ди ера, ди карере, рикпади. Рикпа шива дан, маре, рикпа сумпа дан, рикпа дамбо ди кева каререс. Рикпа дамбо дан? Рикпа дамбо дан, дан рикпа шива ди, тенцик. Тенцик маре, да, чуни рикпа сядер? Маре, сумпа ре. Тенцик? Сумпа дан дамбо. Да, тюби рикпа сядер.
Тенцесиди ёл тигрва, печаянам, мазуянам, печаян, тангарансу мэйна, карачин мэдаба карачин, карачин мэдаба речерва. Тамбо тэнэн жё, дрибл тюгры, дрибл жёл тюгры. Тэдэ, мазу чин, рыбь мачи, чипа чиятэлэ, тэнцэг рыкба. Они дамбоди капсулы пьют чего ёмара? Ты рыба чай чай мара, ко джун рыбу тю тюпи рыба сера, тюпи. Джун рыбу тюпи, не рыбу джун тюпи. Коран читан. Само тюпирого мара. Ты само читан коран джун рыбу рыбу джун тюпа дени, ангасо рыба лайжера мада джун рыбу тюпи рада. Мен тел тюпи мада ты кандже рыбу чай пасиенду, пеге джун рыбу карчин тюпи, сидун тюпи рыба часер. Вот они отличаются тем, что в первом случае мы нету вот этого процесса осмысления, почему этот результат из причины исходит, нету вот этого концептуального процесса мышления. Вот, то есть мы уже привыкли ко многим причинам и результатам, и мы даже не удивляемся, там, если вот руку в огонь сунул, у нас там будет ожог. Ну, мы как бы у нас нету уже вот этого вот осмысливания вот этого процесса. То есть, а мы их уже так раз воспринимаем сразу, да, более-менее. Там именно что довод приводится. Вот, как вот, есть же у нас правильные доводы всякие. Ну да, аналитический довод, да. С помощью... Анализ или логика? Ну и конечно. А я вот и не знаю, видишь, я не образованная, не знаю, чем. А логика, она включает в себя анализ, я так понимаю. Не, ну правильный довод. Вот, короче, правильный довод, он должен быть логический, я так понимаю. Когда кто-то есть просто как бы спонтанный человек, есть как бы аналитическое мышление, когда анализируешь, что-то составляет и так далее. А с другой стороны, имеется логика, когда уже сформулированы законы какие-то. А, не, ну какие законы? Нет, оно как бы логика к этому пониманию вывода, как она соответствует. Кажется, что там-то? Рыба еканы ему, да? Да, рыба еканы, юнгере, та и нале. Рыба ездит, че нам, ты добр, рыба седы. Да, чуть-чуть, да, тебе всегда надо, маму там, да, да, вот это рекомендую. Говорит, звук, ну что, не читали в книжках такой, вот возьмем звук, он не постоянен, потому что он производен, ля-ля-ля, вот это вот. Вот типа вот такой вот мозгу, и заключаешь, что он производен в итоге, да, что он не постоянен, вернее. То есть опираясь на это, как там его называют? Чуни, рыбасиды, мэ, цаво, картины, юнсена. То есть, вот, а, например, четвертое вот это понимание природы, то мы, если будем думать, там, почему там, у павлина такой-то хвост зеленый, или почему огонь жжется, и он горячий, ну, как бы, это невозможно понять с помощью довода, и, как бы, ну, вот так. Вот. Но это мы уже знаем. Вот. И мы уже, когда на объект смотрим, мы уже там что-то различаем, и уже не будем уже там с этим огнем особо там. Да, шалить. Что? Самадхи. Ага. Тынидзин. Тынидзин, сейчас мы говорим, что тынидзин дровья дзюрва. Нам же не чем гомджам тынидзин дровья дзюрва. Это там, где мы говорим. Вот. Но хиба чатану, они ютон, хиба, ютон джуна. Они хиба, когда печаяна, гомбол тан, гомбол сам тан, тыкан сам то снияджи, нича дзюрва. Вот здесь вот именно сейчас в том, что мы разбираем, вот это слово самадхи, так же как вот и слово мудрость, оно не относится к тому, что мы обычно привыкли читать в книжках, то есть это не то самадхи, которое там наблюдает бессамостность и так далее, это просто аспект ума, который его как бы заставляет, или который сам по себе есть, это пребывание на объекте. То есть вот эта вот часть сознания, которая, вот мы хотим о чем-то думать, да, там, о тортике, там, я не знаю, вот, и мы можем себе это позволить сконцентрироваться на этом. То есть это как бы углубленное памятование? Ну, это с памятованием, да, тут же тоже было памятование, а то тоже здесь присутствует. Но это не то, что вот реализуют, чтобы на пути дхармы. Это у всех есть. Это такое самадхи, такая часть, которая часть стабилизации на объекте каком-либо. И еще вот вопрос. Сказали, что усердие – это желание... Не усердие, это вот стремление. В нем есть усердие маленько. Ага. Вот.
А если, допустим, объект отрицательный, и хочешь изменить карму, вот, и вроде бы, ну, художественно говоря, прилагаешь усердие, но для того, чтобы этого не было. Але, это дымба юра. Та дымбан, дымбала, пенана, дымбе юл, инжиминджи геве юл гоумаре, та юл джами джай юл. Они цанцам на цо юл марумби юл чигла сэм джогу ду, дымба, дымба ням ду юрва. Они ди гюрьяги тапши каре юре, та на цо цунчу джена ян гюр тубгу минду, коран рашингин джау джо юре. Дымба ди дымбе юла рашингин джогу дуа. Та ди гюрьяги тапши каре юре. Так он на то же при неко стан ее то их туман я подина, а на то ты че не мог давать стан, не ты сам ты, когда стан сам себя ты сосок дабо джамна, джая яре, а ну как бы лечил я на на то да мне ты ты меня на то печа я на че гомра то с джамна не сам сосок да дабо джаб тогда, вот на яре, а ну че как ле я на ле джаре, не что дона до джаре. Вот они сказали, не кой, кандид тоже, кандид, какие комлин давочины, не тик, да, она тоже говорила. Вот, ну, это изменять трудно, но это возможно. То есть это и есть практика медитации. Если наш, например, ум сам по себе влечется к каким-то недостойным объектам, ну, тем, которым мы не хотим, чтобы он влекся, вот, значит, нужно в свободное время размышлять о недостатках этого объекта и о недостатках пребывания ума на этом объекте. Вот. Ну, карма, она есть, как да. бы. Да, вот, и говорили о формировании. Получается, что мое сознание, оно уже влияет на формирование. Да, можно повлиять. Вот, вот. Как вот, ну, я не знаю, можно ли объект вывернуть наизнанку. Кажется, я так, ну вот, Ген сказал, что как бы все это, конечно, само по себе идет куда хочет из-за этой кармы, вот, но благодаря тому, что мы, находясь в трезвом сознании, то есть в плане не под влиянием сильных эмоций, когда мы размышляем о недостатках вот этого процесса, да, вот этого, того, что происходит, о том, как будет хорошо без этого, вот, ну так, по порядочку размышляем, мы как бы приучаем себя к вот этому мышлению, вот к этому, к другой дорожке, вот, мы сознание направляем. Я имею в виду, карма меняется. Это осознание есть, это да. Как бывает, допустим, балуешь, если прилагаешь усилия, как бы в ответ, вот само собой происходит плохое. Ян, та сэм гюэя джао, цунжу шуэч джена, они ди, ян, докчо джао чаги дуа, та сэм куран ногу джао чаги дуа. Вот, допустим, если каракасу, да, тронуть, она же шуэч. Та, нацо ди, сэм кале-кале гюэя, те юэй вэри, та инале цан-цан ди сэмла шук гябнерва, та канцумны га ди джеги ме, сусо гомши юрва, инале ди доя тапши шук чимбо джена, они дили нёмале шук чево юнгиду, нёмонжа ода, дюмба ди юнгиду. Ко каты джа нёмбо тэн янже ди шук чево юнгиду. Нде ти янже ти ганже сэмланте чим, коли не буде не янде хюча янде кабо рило. Кажи ти кале нинген гомзе. Кажи не буде на масем хючур тангоре. Кажи да чинги печа яна. Мазун дунбасе а та мазун чим мас легури. Гоне масем томбасе а тер коня я мари се легури. Че гугуде ни гугуде се а ти мазун чатан гугуде а ти дунбаре. Ти си ти не чухи се а чивари. Ти коран капти чинги сем дуваре утеле не яваре ре не пуги чи капти. Ти си ти не сам ти коран печаяната, а то часом гогутся, да, да, сосур гусе тенджире, а то меси нюнюнджире, меси меял, тенджи меси гогу мари самзанджи, я на, а тенджи тенгур ма, а не ти чесе, а не канжи, а то чухи тен, чу, дума хюкчерн росен, да, да, канжи на, канжи да,
Так вот, так, вот противоположность, ну, как мы говорили, говорим о том, что мы избавляемся от какого-то неблагого состояния ума или сознания, применяя противоядие. Вот. И противоядие таких вот этого стремления – это удовлетворенность, говорится. То есть культивирование довольства. Что я хочу то-то, то-то и то-то, вот. К чему это все? Будет ли мне с этого счастье и так далее. То есть такие вот размышления, например. Вот. И вы говорили насчет того, что там при нажатии оно еще больше начинает, оно разжимается. Вот. Но как бы вот пока другого нету пути. То есть да, надо вот регулярно это делать. А если смирение невозможно? Ну как невозможно? Вот возможно. Просто это значит, получается, что это очень сильно в уме, и значит, больше надо с этим работать. И постепенно все можно изменить. Вот такая оптимистическая, как бы, как сказать, установка. То есть просто значит, у меня сильны вот эти вот качества. Значит, мне с ними именно придется поработать. Ну, довольствоваться вот без того, к чему тянет. Вот это вот мы про эту тягу говорим. А то же самое гомда джена. Там бо гомджа дэнэ азэ дэрэ дэ. Та сам да манда мангбо джи дэ чэ рызэ джи бэпчэ нэ ги. Хума азэ дэнэ тэнэ чэ сэм сэм дан дэнэ юа кэ мэва лэ. Нэ тэнэ гомда тос ма джангу дэнэ дэ бэ сам лун джа манда кон я джуэ. Хо тэнэ ка гом гон ка лэ па мэя зо гэрмэ. Чэ тан азэ сэм дэнэ джи юа я юэ лэ. Вот и если вы занимаетесь или попробуете заниматься медитацией, ну, то есть каким-то начнете вот пытаться приводить в порядок все это дело, вот, то если когда мы садимся по первому времени это делать, мы вот закрываем себе глаза и думаем, сейчас вот я буду концентрироваться на том-то и том-то. И тут мы видим, сколько всего в уме начинает возникать, даже того, что и раньше вроде как бы и не было. Но это просто из-за того, что мы не замечали это. Мы, увлекшись картинкой, мы не замечали, что там происходило. И вот когда мы садимся спокойно и пытаемся медитировать, мы замечаем все эти... Начинается множество отвлечений, и ум весь в раздрае. Вот. Но это и есть медитация, это свыкание, как по-тибетски. Это вот одно и то же слово. Это свыкание с объектом. То есть ты садишься и привыкаешь свой ум направлять туда-то. Вот. И привыкаешь. Ну, такой вот процесс. Вот. Но это все как бы постепенно становится, какой-то прогресс начинает наблюдаться. Вот. Ну, то есть вот работа с умом, попытки изменить его в какую-то лучшую сторону, это все основано на свыкании, на привыкании к вот, благому. Вот, то есть мы применяем противоядие, это и есть благие состояния против гнева, это терпение, ну и так далее, вы знаете. Вот. И постепенно приучаем себя к благим состояниям ума. Вот. И постепенно, так как сила противоядия вот этого растет от нашей привычки сама по себе, и, соответственно, сила всего плохого, она уменьшается. Ну вот его вот противника, прямого. Угу. Что там? А, вот у вас... Хотела спросить, вот там говорили про ментальный фактор сатипа, да, который как карма действует. Сэмпа. Угу. О! Какие говорят? Можно какой-то
привести пример, как бы вот как она действует, чтобы наглядно было. Але симба шеюра, симбе та педа учится. Сам коран читал, ел, погиба, сам, то сам коран, они погиб, сам, ба, ел, рекзам, где мать, они, где погиб, ел, хиба коран, где ел, селенда, маму, где ел, вот, они сам коран, ел, мари, а тут, где сам, ел, ба, чин, джунди, а да, вот, они, чин, да, маму, сиди, а джидо, вот, лека, маму, сиди, они, сам, ел, ел, панджу, а да, вот, сам коран ба ёлн жуадени, то сам коран ёлн, каже рекзам димадо ёл панжуг мор. Ани сам ба ти, то сам панжуг. Вот. Вот, но это такой импульс сознания. То есть, если его нету, то будет просто контакт с объектом. И нет основы для дальнейшего с ним взаимодействия. А вот этот вот, вот этот вот фактор, он вот у меня тут в книжке пример подобно тому, как магнит собирает иголки. То есть они сами по себе к нему липнут. Вот так наш ум из-за вот этого импульса он устремляется к объектам. Соответственно, каким там, ага, каким придется. Коран, морал печи говорю, там на то колючие печи. Я на то сам ел ничего не делал. А то бы я по чуне, я на тинтон, 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 сам по я ничего не делал. Ну вот мы на себе можем как бы испытывать, наш ум сам по себе устремляется к объектам, да, есть такой, я испытываю. Ты? Да, да, да. И даже вот еще тоньше, то есть в плане не такой уж прям большой пример, а просто вот мы видим какую-то вещь, и мы увлекаемся ей как-то, мы отвлекаемся от другого. Вот если смотреть, осматриваем, да, раз, хоп, схватили это, схватили это, схватили. Ну и, соответственно, в соответствии с своей кармой можно с чем-то и захотеть. Да, да, это сам по себе он. Да, 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 это и есть программа, вот она. Это же карма, вот она. Алия, сейчас вот посмотрим. Можно ли вас поменять настройки? Там это лайн, да? Там это лайн, да? Совсем все один. А тут я был на ген, да? Чего бы, да? Да, 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 да. Мы лека часа синил лен бода, не тренер мангбо джик чингора. Вот не чингор, не сэмба, ёл пан джук чинг, не сэмба чигрила. Лека коран сэмба се один, лека карьер сена, сэмба ёл пан джук чинг, не не карьер. Они совсем коран росарира, юла. Совсем коран, там вот совсем ёл пан тонзан, не мада, ёл пан джук марила. Они сам бичили, сам учили, а они бы ее панчоки говорили. Он нехороший такой этот импульс. Он вовлекает главный ум. То есть вот это вот ментальные факторы, которые вокруг ума там крутятся. Вот. А он, если бы, например, не было по отношению к какому-то там объекту вот этой вот кармы связи с ним, то все бы прошло спокойно для нас. Вот. А он вовлекает главный ум, за главными видами ума идут остальные еще побочные всякие. Вон, 51 и вперед, в общем. А, Гена, Моран Янджива Юрди, Гюрья Юрви? Ди гюратаня юре, сэмпа. Та ди лейм, па ти гюратаня юре вес. Гюратаня юре. Ну, кузы, канчи, дэн, азу пе, тако лесе аде, не, азу ге, ё ге вада, мги аде, не, паман джунгди, не, ё мги аде, азу пе чагяна, та кунрон дауджи, пе чагяна, дэчан дауджи, дэ, дэ, не, азу тиши, не, дэк мариса, на, ти чуко, чу, сэмпа джуро, ти лега чиг мари. Ты кандико кандо вырва. Ну, надо гианда очень, не гианда чичи, или не цучина, не цуч кукто вырва. Ну, купа, мигивал, что, да, я ка,
Вот это и, как бы, так сказать, наша работа и есть изменение вот этого. То есть, если бы, если пошло все к каким-то неблагим делам, объектам, мысли все что-то как-то, в общем, испортились, то, значит, ну... Разные силы, сила это вот это вот есть устремление к этим объектам, но мы можем остановить себя, перенаправить, то есть мы можем перенаправить этот импульс на объекты благие, вот. Нет, вот обы же это и она и есть, мы ее и создаем, а для этого нам нужно сесть, как, пока мы в трезвом состоянии еще не увлеклись никуда, и сидеть и подумать, вот хорошо бы мне увлекаться в какую-нибудь хорошую сторону, в плохую не надо, потому что плохой плод, ну там и так далее. В общем. Ну, вот это вот, вот так вот изменяется. Если, если вы не можете прямо в момент тяги к плохому повернуть себя на хорошее, то это изменяется постепенно, значит, импульс слишком сильный. Ну вот, и вот этот импульс, это и в благую сторону импульс, и в дурную сторону импульс. И вот это наша практика в том и состоит, чтобы его перенаправлять. Вот. Это и есть вот... Практика добродетели. Ну, время закончилось, Ген говорит, в следующий раз. Yeah.